Приветствуем нашу многочисленную публику. С вами Playground.ru. И сегодня субботний стрим. И мы играем в FIFA 14. Меня зовут Андрей Корзаченко. Я буду сегодня стримить. Со мной также Иван Назаров. Скажи всем привет. Всем привет. Он также известен как Джет. Но только не тот, который вижу вражеский Джет, а который Джет. Ну, в общем, тоже озвучивает. Вот. И также на комментариях у нас сегодня Иван Ургант. Его еще в паспорте зовут Владимир Мириманов. Надо будет поменять паспорт. А то он несостыковки постоянно просто мешает работе. Давай сыграем этот знаменитый матч Германия-Бразилия. Поскольку я так понимаю, я слабее тебя играю, поэтому я буду за Бразилию. Так, комментаторы нам... Я победил. И вот первый матч. Бразилия побеждает со счетом 3-0. Лучше бы они, кстати, так и сделали. Да, ну как мы видим, было наоборот. Бразильцы не пришли на сам матч, и поэтому влетели в 7-1. Это просто кошмар. Мелковат. А, кстати, я играю на клавиатуре, ты, Ваня, тоже, да, походу? Конечно, хардкорные игроки играют только на клавиатуре. Я с 80-какого-то года играю на клавиатуре. Вот в наше время да. Играли все на клавиатуре, не было этих новомодных. Я очень надеюсь, что оно так... Ой, какой гол, но с офсайда! Вперед надо играть. Почему я в защите вообще нахожусь? Так, кому-то плохо стало. Играем, никакого фейерплея, хер с ним, играем. Стоп, игра не прокатит, говорю. Ой. Спрашивают. Все тот же Владимир Плохонин спрашивает, можно ли к вам подключиться? Ну, в режиме сетевых товарищеских вряд ли. Ой-ой-ой, опасный, вот первый гол уже залетает на 3-й минуте. Ну ладно. Как вам игра Коста-Рики? Во-первых, я когда, ну, там, видел, что она вытворяла, я сначала не понял, что вообще такое Коста-Рика. Но то, как она играла, это было, конечно, интересно. Да все такие команды, которые, в принципе, не должны были себя показывать. Алжир, Коста-Рика. Россия. Я знаю все эти фишки. И вот оно! Бернард, удар! Гол! Как бы сказал комментатор Бразилии. И Германия делает, Ваня делает замену. Кого ты убираешь? Меня хватит этого великолепного защитника. О боже. Хумельс на Мертезакера, Кросс, Озил, Подольский, Клозе. Что? Что это за набор был? Что это? Я поменял поляка на поляка. Поляка на поляка. Падение. На поляка. А я прям задрот футбола бешеный. Что ты творишь? Ай, как я мог промазать? Удары просто Мартин Синди. Кстати, в каком-то матче Ван Перси и правда помешал вратарю на угловом, но там... Ну, вратарские такие дела вообще-то не должны быть. А ну смотрим, что, Ван Перси... Красиво, он закрыл просто вратаря. Ну чё, нормально, по-моему. На чем вы играете уже третий раз, задаете этот вопрос. Робан, он поставил рекорд скорости на этом чемпионате мира. Удар и гол! Вот он, красавчик. Какой мяч. Сейчас игр нет, но... Купить трешку, поиграть в GTA 5 и продать трешку. Ты что? Россия, такая Россия.
Ну давай, Самедов, Самедов, ты можешь! Бей! Ах, Ещенко! А, вот это лучший игрок сборной. Я когда вызвали Ещенко, все время думал, зачем его вызвать? Чтобы он вот так... Ну, мягко говоря, вот так вот бил. Ну, зачем? Отлично! Есть! Вот он, Керш! В связке там с кем-то. По-моему, там был... Вот так я буду делать с португальцами, как показывал мой игрок. Шикарный пас, шикарный удар. И 2-1, дамы и господа. Мы с Ваней входим в игру по-тихому. Ой-ой-ой, опасно. Кайнтрау не достает мяч. Аут. Замена. Вот он прошел, прошелся по русскому флагу. Че он по русскому флагу? Нифига себе. Такое, блин. Демонстративно. Он так мимо пробежал. Ой-ой-ой. Роналдо. Ну тут Камбаров. Канников. Как он? Не Канников, а что? Березуцкий. Денисов. Денисов на Киржакова. Керш. Удар. Есть. Дубль. Сидеть, сидеть, собаки, сидеть всем. Кто папаша? Кто папаша? Сейчас дам лопату, будешь равнять. Не-н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 е. Ну что, заткнул тебя, съел просто. А, нет. Да блин. Я уже бросил клавиатуру, просто смотрел на это все. Ах, как. Сумасшедший мяч, но видите, как Португалия все-таки не сильно, но побеждает. Че, никто не хочет с Россией играть или что? Мы не можем найти просто соперника до сих пор. Я состав менял. А. Ну отдай же ж ты пас. 4-1, 4-1 выходим. Что это? А когда Россия выиграет чемпионат мира по футболу? В 18 году. А почему это? Ну, потому что у нас будет. Почему нет? Да, чё как бы не купить себе это. Знаешь, сколько денег будет? У нас все приедут, нас купят билеты. У нас будет дофига денег, можно будет купить победу в чемпионате. Да, просто. Вообще идеально. Никто, по-моему, до этого не додумался. Это же просто. Можно даже на поле ни разу не выходить. Конечно, зачем? Я вот сейчас продолжаю в голове обмусоливать концепцию вот этой, если FIFA и батлы, то получается, если первый тайм. Ну, потом проигравшая команда... Фифилд? Да, Фифилд, да. Футлы. В общем, проигравшая команда, в случае, если она очень зла, то она заходит в раздевалку к выигравшей и все. И, вот ваша медицина! Пошло. На, закинься. Вижу вражескую бутсу. Нас посылают комментировать матчи по ТВ. ПТУ? ПТВ. Сегодня третий ПТУ играет против пятого, да. Сережа Зубрила с мячом. Вот этого, да, когда? А да еще семечки так. Да, ёпта. Ёпта, гол! А не, нихера. Затралили. Вася Воротник сказал, что нихера там не было. Учитывая, что ворота состоят из одной палки, вбитой в землю. Двух портфелев. Хумельс. Повалялся. Я заболетал туда, ушатал Ройса. Еще и напрыгнул на него. Быстренько пол шишечки там ему засунул. Вот оно. Прошу, не шей, не срок. Хумельс. Очень хочет забить Хумельс. Опять Хумельс и удар, и гол! Все-таки наиграл он на этот гол. Ну что ж, ребята, вот на этом и заканчивается наш сегодняшний стрим FIFA 4. Всем спасибо. 4? 4? Я сказал FIFA 4? Да. Ну, она классная просто была. Прибавьте там несколько там, цифр. Да, десятку лет просто прибавьте буквально. Ничего не изменится. Только трава станет на 5 сантиметров короче. И она станет 3D. И то не, вот на ПК я тут не вижу 3D травы. То есть она бывает, но только на повторах есть.
в матчах и в таких моментах. Это нано-трава. Нано-трава, да. Это просто асфальт покрашен в зеленый цвет. В общем, ребята, всем спасибо. Ставьте лайки, если вы хоть раз пинали мячик ногой в жизни, если вас пинали как мячик или, в общем, что-нибудь. Ну, в общем, каждый по-своему играет в футбол. Играйте в футбол, вообще занимайтесь любым спортом. Смотрите стримы от playground.ru по субботам. Возможно, скоро они будут и не только по субботам, но это возможно. Возможно, будут стримы. Ну, не будем раскрывать все карты. В общем, всем спасибо и играйте в футбол. Да. С вами, с вами я забыл сказать, точно с вами были, да, Андрей Корзаченко, Иван Назаров и Владимир Ургант Мириманов. Пока и до встречи на страницах playground.ru. Oh,